Обязательно в конце тренировки нужна забивка. Так как уже не молод, с детства не закатывал, не забивал, поэтому забиваем на мешке. Я все эти палочки, знаете, то, что там палочкой, забивка, песком, ну, пробовал, мне не помогало. А вот мешок, жесткий мешок, хороших ударов, штук 30-40, это вообще супер. Вначале разогреваемся обязательно. Легко, легко, легко. Ударов 30. Всю ногу, разогревать всю ногу. Разогреть всю ногу. Теперь чуть-чуть можно не сильнее, а побыстрее. Юла, убейте специально вниз, там пожестче. Потому что вот здесь, ну мягко здесь можно и сильно, а я хочу именно чтобы привыкала кость, надкостница, кожа. Низ мешка обычно самый жесткий. Ну, где-то 50 ударов вниз, можно чуть-чуть побыстрее и посильнее. Двойные, хорошо идут. Ну и по 5 раз плотненьких с шагом. Будет неприятно, но что делать? Хорошо. С левой. Может, кажется, со стороны, что ему не так больно. Он, поверьте, почувствует, мешку-то больно. Вот он уходит. И на самом деле, что это хороший удар. Потому что мы быстро, быстро. А так как уже ногу разогрели, уже не так больно. Задний, на силу. И еще по 5 раз завершающий хорошенько. Это в печень. Считаю, что очень неприятный удар, хороший удар. На скорость. Вот стали. Сюда. Уже можно посильнее, нога уже подпривыкла. Хорошо. Ну вот, раза три в неделю делать, я думаю, что травм, ушибов будет меньше. Работаем. Вот.